Отапливать частный дом газом в два раза дешевле, чем электричеством или соляркой. Как провести газопровод на свой дачный участок, расскажем прямо сейчас. Теперь газопровод можно провести не только в новый коттеджный поселок, но и в любое садовое товарищество. Чем больше желающих найдется, тем быстрее пойдет дело. Мы рекомендуем провести все-таки общее собрание членов садоводческого товарищества для того, чтобы определиться с порядком дальнейшего подключения, потому что газопроводы, как правило, проходят по общей территории. Кроме того, необходимо предоставить местный газовый трест в генеральный план товарищества. Технические условия на проектирование новой ветки газопровода обязаны выдать через 15 рабочих дней. В документе должно быть определено место в действующем газопроводе, куда можно подключить новых потребителей. Внимание! Никаких дополнительных условий, например, проложить за счет садоводов газопровод в соседнюю деревню, быть не может. Укладку трубы можно доверить любой лицензированной организации. Однако в договор с ней надо обязательно включить пункт о сдаче объекта в эксплуатацию. И не расплачиваться полностью, пока это условие не будет выполнено. Проложить ветку по территории садового товарищества – еще полдела. Пустить газ можно далеко не в каждый дом, а только в тот, что принят в эксплуатацию. А если дом еще не сдан, то понадобится разрешение на строительство, которое выдает главный архитектор района. Кроме того, у хозяина должны быть документы на землю. Законное право владельца пользоваться земельным участком – это или свидетельство о государственной регистрации права или договор аренды. Также надо заказать проект внутренней газовой разводки и котельной. Это удобнее сделать в местном тресте газового хозяйства, потому что его там все равно придется согласовывать. Покупать отопительный котел и плиту можно там, где дешевле. Однако лучше узнать, какие именно модели обслуживает местное газовое хозяйство. Тогда не будет проблем с сервисом и запчастями. Екатерина Пушкарева, Алексей Лисаренко, Дмитрий Волков, Первый канал. Сегодня на